Следующий. Я хотел бы тоже задать вопрос. Все-таки настоящее будущее ведомства учреждения культуры находится кинотеатр «Мир». Поселка Строителей. Жители, избиратели задают вопросы. Все-таки когда, что там произойдет? Мы его выставляли на торги, план приватизации никто не купил, да? Есть мнение избирателей все-таки, может быть, войти в краевую программу, с инициативой выйти. Значит, на территории поселка Бор, поселка Строителей, как спортивное игру организовать там некий спортивный комплекс. Там, может быть, виды вольная борьба, бокс может там превалировать, там еще какие-то виды спорта, наряду там, с футболом, который у нас есть в поселке Строителей, тяжелая атлетика у нас там есть, да? Вот Лев Стариков, да, вот здесь, он сидит, смеется, наверное, скажет, все какой-то абсурд говорит. Он следующий пойдет. Начальник отдела надо мной сейчас смеется, сидит, а я ему сейчас вопрос буду задавать на трибуну. Да, вот понимаете? Поэтому вот хотелось бы все-таки, коллеги, не крутить возле этого центра. Вы как-то услышите избирателей, все-таки давайте политику определим в отношении этого объекта, пока он не рассыпался у нас. Вот позиция культуры важна. В вашем ведомстве он находится, да, ответить на вопрос, что. И вот Лев Стариков, у нас есть главный спортсмен города Назарова, значит, его позиция. И нам надо определить, а мы будем помогать, куда мы будем двигаться. Тоже вот этот вопрос хотелось бы задать, да.